Именно театр имени Моссовета. Здесь много замечательных спектаклей. Ну и, пожалуй, один из самых знаменитых – это рок-опера Эндрю Ллойда Вебера «Иисус Христос – суперзвезда». И вот наш сегодняшний гость дерзновенно играет Иисуса из Назарета. Что вы испытываете при этом, кроме трепета, конечно? Испытываю невероятную ответственность из-за прикосновения, во-первых, к великой вечной музыке, я думаю, со мной никто не будет спорить, а во-вторых, конечно, к теме, о которой мы рассказываем со сцены. И в этом спектакле Евгений работает вместе с нашей потрясающей гостьей Екатериной Гусевой, которая исполняет там роль Марии Магдалины. Давайте позовем вашу замечательную партнершу. Катенька, мы уже спрашивали Евгения о роли Иисуса из Назарета. А как вам роль Марии Магдалины? Ну, вы знаете, это одновременно и испытание, и, конечно, подарок судьбы. Я думаю, настало время услышать прекрасный дуэт из этой легендарной рок-оперы. За что мне эта доля? Или чья злая воля надо мной царит, как ночь, и никто мне не в силах помочь найти его любовь. Я с ним искала счастье. Начертан мой в звездной вышине, но любви земной не осталось мне. Я не знаю, как мне быть, как его любить. Простые радости земные, за что мне это мне не суждено. Или чья злая воля царит незримо надо мной, высшая власть царит, как ночь, всесильная власть, и никто мне не дано связать, не в силах помочь найти его любовь, найти любовь. Ты открыл мне мир душевной красоты, Мария.